Славно, Эйвор. Чем хочешь заняться? Что ты предложишь? Удачи, Эйвор.
Неплохо. Чем могу помочь? Что же у тебя есть? Манифик. Ну, чего желаешь? Покажи, что предлагаю. Приступим же. Удачи, Эйвор.
Líður að sjá þig. Ísjú. Farim á fund skjótt. Já! Нападу, как только увидят. Неплохо. Чем могу помочь? Что ты предложишь? Приступим же. Удачи, Эйва.
Славно! Ну, чего желаешь? Покажи, что предлагаешь. Приступим же. Удачи, Эйва.
Манифик. Чем хочешь заняться? Что же у тебя есть? Удачи, Эйвор. Покажи, что там впереди. Славно. Ну, чего желаешь? Что ты предложишь? Приступим же. Удачи, Эйвор.
Я! Нужно быть осторожнее. Манифик. Чем хочешь заняться? Что же у тебя есть? Приступим же. Удачи, Эйвор. Yes.
Вместе мы справимся! Неплохо. Чем могу помочь? Покажи, что предлагает. Приступим же. Удачи, Эйвор. Oh!
Славно. Чем хочешь заняться? Что же у тебя есть? Приступим же. Удачи, Эйва. Это Эйвор! Неплохо. Дай знать, когда захочешь продолжить. У вас какой-то праздник? Вроде того. Отдыхаем от трудов. Выпей с нами.
Теперь это больше похоже на медовый зал, чем на убежище повстанцев. Здесь говорят таверна, Эйвор. Берегись. Вино делает помыслы человека явными для других. Друзья мои, я не любитель цветистых речей. Скажу лишь пару коротких слов. Мы многого добились. Так выпьем же за нас и за Эйвора. Ты стал мягче того сыра, что так любишь. Я не верил в успех этого предприятия, когда мы начинали. Точнее, не хотел верить. Кучка вооруженных селян против хорошо обученного войска. Но теперь... Победа дается не тем, кого больше, а тем, кто полон надежды и отважен. Ба, надежда — мерзкое слово. Но, мондье, с ними я ожил. Друзей одаряя, ты дружбу крепишь. Коль судьба благосклонна. Это из речей Высокого, чью мудрость у нас чтят. Неплохие стихи для кровожадных разбойников. Ну, чего желаешь? Как дела у повстанцев? Пока все. Чем могу помочь? Покажи, что предлагаешь. Приступим же. Удачи, Эйвор. Yeah!
Сюнин, разведай местность. Постой! Вот в Одессе мы меч добыли. Теперь его нет. Мерк! Это все Эрбрик виноват. Небось, дрых на посту, как всегда. Thank you.
куски разорву. Тут не открыть, только с той стороны. Видимо, заперто с той стороны. Так-так. Заперли с той стороны.
Письмо и карта. Да, воры тут наследили. Они украли меч Ульфберта. Говорят, он сделан из тигельной стали. Стоит его поискать.